Чаще всего пауки не вызывают у людей положительных эмоций, не правда ли? Но есть несколько десятков исключительных ребят. Это самцы паука-павлина, или павлиньего паука. Удивительной особенностью которых является не только их яркое и нарядное одеяние, но и их брачный ритуал. А вернее, забавный и необычный танец. В этом видео вы не только узнаете, но и увидите, как танцуют эти маленькие и отважные дамские угодники. А почему этих малышей мы назвали рисковыми ребятами, вы скоро узнаете. Смотрите и познавайте мир вместе с нами. Итак, представляем вам героев нашего видео. Пауков, павлинов. Поехали! Один из самых красивых пауков в мире. Обитает только в южной части Австралии. Пауки-павлины относятся к крупнейшему семейству скакунчиков. Самцы обычно немного меньше самок и более ярко окрашены. Кроме того, у этих пауков 8 глаз, передняя пара которых сильно увеличена, что создает довольно узнаваемую мордочку. Этот кроха, размером всего около 5 мм. Удивительно, сколько ярких красок вмещается на этих крошечных существах. У самца паука, пестрое брюшко, которое он расправляет подобно тому, как самец павлина расправляет свой хвост, словно веер. Но он вам не птица. Этим брюшком паук привлекает самок, постоянно рискуя своей жизнью при встрече с ней, к которой он так стремится. У него отменное зрение, которое помогает ему в поисках спутницы его мечты. А вот и первая подсказка. Шелк, выпущенный самкой. Ему просто нужно следовать по указанному пути, куда бы он его ни привел. По пути он видит и своих предшественников, которые имели неосторожность вести себя слишком доверчиво. Но с кем? Явно не с этой дамочкой. А вот с ней, с дамой, которую он ищет. И она не выглядит влюбленной. На самом деле, она убивает каждого, кто не соответствует ее ожиданиям. И что же делать нашему смельчаку? Танцевать. Танцевать ради его же жизни, чтобы не стать ее обедом. С задранным и развернутым брюшком, он начинает более сложную серию танцевальных па, чтобы попытаться очаровать ее и не стать ее обедом. И все ради любви,
ради продления рода. Наконец-то она уступает его ухаживаниям и позволяет сделать то, зачем он пришел. Он оправдал свои ожидания. Род продлен. Но не все самки так наивны и податливы после нескольких неудачных прыжков. Некоторые девушки идут на более коварный и ухищренный план. Они, как ни в чем не бывало, начинают вытанцовывать перед нашими героями. Выдавая себя за самцов-конкурентов, провоцируя нашего парня приблизиться и вступить в схватку с мнимым конкурентом, самка так и надеется в этот момент напасть на него. Похоже, наш герой немного в замешательстве, но инстинкт играет в его пользу. Надо продолжать танцевать и не обращать внимания на ее коварный план. И они танцуют. Танцуют, несмотря на риск. Танцуют, играя со смертью. Танцуют для той, к кому они стремятся ради продолжения рода. Элементы танца могут быть экспромтами. Цель подобных ритуалов – продемонстрировать всю свою красочность и великолепие. Ведь если, как мы помним, самке понравится танец, она позволит спариться с ней, иначе он станет ее обедом. В природе пауков-павлинов насчитывается более 50 видов. Это один из примеров удивительной красоты природы, окружающей нас ежедневно. Друзья! Если вам было интересно и в дальнейшем вы хотите больше подобных роликов, подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик, делитесь комментариями, делитесь этим видео, поддержите нас вашими щедрыми лайками. Благодарим за просмотр, мы для вас очень старались. Ваш канал, очевидное и невероятное.
спасибо и до новых встреч. Пока.